В 9-й школе акция стартовала еще 1 сентября, когда рядом со старыми яблонями было высажено 6 молодых деревец. Их посадили в честь 70-летия окончания Второй мировой войны, а цвести они будут в канун Дня Победы. Областную инициативу «Наш лес. Посади свое дерево» здесь отмечают специальными уроками. Во всех классах начальной школы прошли уроки «Живи лес», посвященные как раз вот этой акции. Завтра такие же открытые уроки, единый классный час пройдут и в остальных классах школы. Поэтому мы свой вклад в эту акцию внесли, и на нашей огромной зеленой территории школы появились новые саженцы. Специальные уроки в младших классах проводят при участии старших ребят. Они организованы в интерактивной форме, с миниатюрными театрализованными постановками, викторинами и тематическими заданиями на сообразительность. Полученные в такой форме знания запоминаются на всю жизнь. Лес загрязнять нельзя, иначе животным будет негде жить, и наш мир превратится в помойку. Я хочу, чтобы все люди были аккуратны с огнем. От деревьев идет воздух, что без деревьев мы не сможем жить. Классный час завершает приятное практическое задание. Ребята нашей школы второй год участвуют в акции «Посади дерево». И сегодня мы с вами тоже посадим дерево, клен, который будет нас радовать и дарить нам здоровье. У славян с давних времен клен считался добрым и светлым растением, приносящим удачу. Он являлся напоминанием о предках, символом справедливости и любви. И появление такого дерева на территории школы можно считать хорошим знаком. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».